Всем привет, кто зашел на мой канал, кто меня смотрит. Всем, в общем, огромный привет. Здоровья всем. Тема пойдет опять сегодня моя любимая. Смокеры. Вот начал делать смокер. Firebox уже почти сделал. Сейчас вот выпилил место под казан. И буду делать сегодня Firebox. Что у меня получилось на сегодняшний день? У меня приварил уголки. Это для колосников, это для решетки. Потом, как всегда, кто наблюдает за моими делами, вот сделал такой аппендикс, видите, вот Firebox получается 400 на 400, но здесь вот 400 на 550, потому что я вот этот выдвинул, чтобы у меня вот подготовил, видите, баллон, чтобы баллон не съедал мне вот это пространство, и у меня было место под казан. Под казан я сделал место большое. Вот сейчас я скажу. 370. 370. Еще плюс я сделаю. Сейчас вот здесь вот этот полосу торцом поставлю. Ну, чтобы еще повыше этот был. Ну, в смысле, чтобы вот входил желательно весь. Поэтому вот так. А сейчас я, смотрите, загнул полосу 20-ю, 20 на 4, торцом, и сделаю, ну, этой крышки, вот у крышки, ну, стопор, чтобы она не проваривалась, сейчас вот сделаю раз. Поэтому ролик снимать длинный не получается, как я тут варю, как этот, поэтому буду частями. Посмотрите, кому интересно. Вот, у меня на канале, в принципе, уже много, как я делал смокеры. Ну, сейчас не мог не поделиться. Немножко делаю по-другому. Раньше квадратно делал. А сейчас решил круглый, потому что круглый лучше. Здесь продукт закладывать можно. Ну, в смысле, здесь вариантов полно. Firebox с шестеркой, как всегда. Это четверка, это шестерка. Поэтому смотрите, наблюдайте. Сейчас привариваю крышку, делаю сегодня делаю Firebox.
Вот, ребят, вот такая сковорода у меня получилась. Смотрите. Четверку торцом загнул, подогнал, вот сантиметр бортик оставил. Она... Топля. Отлично. Все получилось. Смотрим дальше. Сейчас сделаю бордюрчик. И потом еще крышку делаю, потому что это. Ну мне так.
Ребят, хочу показать вам, что у меня получилось на сегодняшний момент. Вот такой вот фаербокс я завобажил. Сейчас я его поставлю, вот так вот, смотрите, и попытаюсь объяснить. Вот, я ничего не навешивал, ну, в смысле, дверь на петли, потому что мне надо соединять, чтобы легче было. Вот дверь сделал, вот, вот видите, вот, вот она, открывающая-закрывающая, сейчас сниму, покажу. Здесь, под решетку, здесь под колосники. И вот тут такую сделал конструкцию, вот такая туда, смотрите. Вот. Сюда ставлю сковороду вот такую. Ну, это не сковорода, она на всякий случай мне так захотелось просто. И крышка будет, она будет вот так открываться. Ну, в смысле. Но я говорю, сейчас не стал эти навешивать ничего, потому что потом тяжело будет закреплять все, ну, женить с этим с загрузочным баком. Здесь я смотрел вот такой вот аппендикс для соединения у меня с баком получился. И вот работает, доволен, смотрите какая. Ну, снимать времени не было, в смысле, и долгий ролик получается. Просто полоса 20 на 4. Прокатал, в смысле, прокрутил, вот и приварил. Все. Соответственно, облизываю этим кругом. Лепестковым кругом вот таким вот. Все. Шурую, чтобы гладенько было. Также здесь в торец загнул полосу 20 на 4. И вот приварил вот так вот. Вот. Чтобы вот этот вот лист, который я сам вырезал я, вместо под казан, его же и использую. Его можно также использовать как сковородку. Ну, в смысле, поставить. Может, на нем жарить. Вот я смотрел, америкосы жарят на нем прям, в смысле, вот прям берешь маслом обработал, как на саджи. Ну и здесь также полоса вот прокатала, и получилось у меня отлично. Под большой казан. Можно хоть садж поставить, хоть казан поставить, хоть вот на этой. Можно сковородку подобрать и поставить. Но я думаю, что я вам покажу потом, как он действует, в смысле, продемонстрирую все потом в дальнейшем. Ну и все, на сегодняшний день все, потому что ролик длинный получается. Если соединять все вместе, то опять много вопросов. Я лучше сейчас завтра начну снимать ролик, как я соединяю, как размечаю вот этот бак. Ну, в смысле, размечаю, вырезаю отверстие под этот, ну, дверцу под загрузку. Как делаю решетки, получится. Кому интересно, смотрите в следующий ролик, потому что в один ролик не помещается. Спасибо за внимание, за просмотр. Смотрите предыдущие мои ролики, поднимитесь, как я делал смокеры. Я делал уже разные, миллион. Поэтому всем пока.